Всем привет! С вами народная команда «Рать», и это наш прогноз на бой Никиты Шершавина против Алмамбета Жананбекова. Бой за титул чемпиона OpenFC в среднем весе. Никита Шершавин еще не проигрывал в профессиональной карьере. Его сильной стороной является борьба. Базовый вольник Шершавин изматывает своих соперников в борьбе и доминирует над ними в этом компоненте, добавляя мощные добивания и приемы в партере. Его соперник Алмамбет Жананбеков провел в 3 раза больше боев и проиграл уже 12 раз. Однако его уровень оппозиции был очень высокий, а на многие бои он выходил без должной подготовки. На стороне Шершавина преимущество в борьбе и физической силе, да и в стойке Никита прибавляет с каждым боем. Поэтому в этом бою, переждав стартовый спурт Алмамбета, Никита с каждым раундом будет наращивать темп и свое преимущество, что приведет к досрочной победе в чемпионских раундах. Поединок пройдет 12 июля в Санкт-Петербурге на турнире OpenFC 44. Трансляцию поединка вы можете посмотреть на платформе ОККО.